Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос звучит так. Значит, стали надоедать другие люди с их мнением. Вот, как уметь отстаивать границы и пресекать хамство? Вот. Ну, первое, что хочется сказать, это то, что надоедание людей с их мнениями, отстаивание границ и пресечение хамства – это несколько разных моментов, и это вообще никак друг с другом не связано. То есть это вот прям несколько направлений. Значит, в психологической сфере жизни человека, вот, это несколько разных феноменов, вот, с которыми, там, допустим, человек может сталкиваться, вот, и никак, это никак это не связано одно с другим, вот. Поэтому, если вот вы как-то связываете это между собой, да, вот, то я, конечно, думаю, что это не очень хорошая история, а крайне это для вас не полезно. Вот, потому что, во-первых, вы подменяете понятия, вот, вы... подменяете, значит, ну, термины, вот, и, в общем-то, на мой взгляд, делаете это, ну, совершенно неоправданно. Вот. Например, если вам, допустим, надоедают люди с мнением, вот, то это, надо сказать, история про ну, раздражение какое-то на вот них, ну, в первую очередь, то есть вы, ну, как-то вот чувствуете, что вас их мнение задевает по какой-то причине, вызывает раздражение. Вот, и лично я предлагаю посмотреть на это как вот какой-то такой позиции, да, что может быть вы как-то готовы, может быть, да, к тому, чтобы допустим, ну, посмотреть вот на чьё-то мнение, да, вот, значит, с точки зрения, там, какого-то вот принятия, да, то есть, ну, выделение, вот чего-то в этом мнении, да, выделение, ну, чего-то своего, ну, вот, например, то есть, чтобы вы вот посмотрели на этот момент, вот, чтобы вы постарались увидеть, вот, что вам могло бы быть в этом мнении интересно, да, вот, что вам могло бы, что вас могло бы заинтересовать в этом мнении, вот, и, ну, с другой стороны, вообще вы видите угрозу для, ну, для себя, да, то есть вот
как-то вот, может быть, вы, ну, видите необходимость, допустим, в том, чтобы пересмотреть какую-то свою позицию, может быть, вот пришло время для того, чтобы пересмотреть какую-то, ну, какую-то свою позицию где-то как-то в чем-то, вот. То есть, ну, может быть, вас она уже не устраивает. То есть, вот ваша собственная позиция, вот, она вас уже, ну, просто, может быть, не устраивает. Вот, может быть, вы перестали ей удовлетворяться, и вам вот хочется, ну, хочется чего-то другого, да, то есть хочется как-то вот, может быть, обновить свое мнение, да, вот, обновить свою позицию по какому-то вопросу. И вот поэтому вас раздражает как раз мнение других людей, потому что вы пытаетесь с ними взаимодействовать привычным образом, вот, привычным способом пытаетесь взаимодействовать, вот, а привычным способом не получается, потому что все что-то меняется, и допустим, ну, с другой стороны, да, может появиться какая-то дополнительная аргументация, вот, а вам необходимо ее учитывать, вот, поэтому, вот, ну, как бы, да, желание, значит, ну, иметь свое мнение, желание отстаивать свое мнение, да, вот, оно более чем нормально, более чем естественно для человека, вот, но вот хочется просто сказать, что оно не должно быть застывшим, это мнение. Оно должно, ну, знаете как, оно должно двигаться вместе с вами, мнение ваше. То есть оно должно развиваться, вот, оно должно, ну, как-то вот, видоизменяться и, ну, подстраиваться под те реалии, да, которые меняются в той реальности, в которой вы находитесь. Дальше. Отстаивать личные границы. Что это такое? А отставить личные границы, это означает отделять себя от другого человека. Буквально. Это буквально отграничение себя от других людей. Вот. То есть, ну, когда условно. Допустим, ну, как бы, вы говорите о том, что вот есть я, вы говорите, вот, есть ты, у тебя свое мнение, вот, ты видишь это, ну, эту ситуацию, да, вот, ну, по-своему, вот, ты видишь ее так, как, ну, как ты видишь, а я вижу ее
как вы живете. В принципе, все. Ну вот. То есть это вот такое, такое ограничение, такое разграничение, если хотите. И без этого разграничения, да, невозможно отстоять свои личные границы, в принципе. Вот. Потому что в противном случае вы просто будете растворяться в других людях. Просто будете растворяться. Вот. Вы будете как-то, знаете, слишком сильно зависеть от людей. Вот. Дальше. Значит, вы говорите, как предотвратить хамство? Вот. Значит, опять же, в первую очередь, что нужно увидеть это, что вы считаете хамством. Вот. То есть, что такое хамство, что это такое для вас вообще. Вот. Как вы понимаете, да, условно говоря, что это хамство. Как вы понимаете, что это хамство именно. Вот. Как вы понимаете, что это что это именно хамство, а не что-то другое. Ну, а не что-то другое, да. Например, то есть, может быть, вы ошибаетесь, называя что-то хамство. Вот, и, просто, опять же, может быть, там, на самом деле это не совсем хамство. Вот. Понимаете, да, какая штука? Нужно этот момент понимать, да, и учитывать, если мы хотим разобраться, если мы хотим разобраться в себе и вас, помочь вам это сделать. Вот. Понимаете, да, какая штука? Вот. Поэтому не все так однозначно. Также очень важно, на мой взгляд, понимать следующее. Вот очень важно понимать следующее, что в первую очередь, хамство может как-то раздражать вас. То есть хамство может задевать вас. Вот. Почему оно вас задевает, вот. То как оно вас задевает, чем оно вас задевает, очень важно постараться увидеть. Вот. Прежде чем его пресекать. Вот. А это вот очень важный момент. Потому что если вы пытаетесь пресечь хамство из
такой позиции, что вас это задевает, вот если вы пытаетесь пресечь хамство из такой, ну, из такой цели, что как-то оно дает вам какой-то дискомфорт, например, вот. То это, ну, это не пресечение, как бы, хамство, на самом деле, а это больше именно вот история про защиту вашу, то есть, ну, про попытку себя защитить, вот. А от чего вы пытаетесь себя защитить, да? Вот. Это, конечно, очень такой большой вопрос. Вот. И, на мой взгляд, вот, ну, здесь вы достойны, да, вы заслуживаете вот того, чтобы понимать, вот какую цель вы преследуете, вот, к чему стремитесь, чего хотите, вот, и как вам в этом, в принципе, быть. Вот, поэтому нужно вот крайне внимательно подходить к этому вопросу, не торопиться, и все будет хорошо. На этом все, удачи вам, обращайтесь.